такое сын забывает день матери? Купи мне шампунь. Неужели так сложно? От открытки не отказалась бы. Свечку, что-нибудь. И сейчас мы чувствуем себя не матерями, а просто чужими. А это самое... Смотрю, пока болею, фильмы разные. Один из таких прикольных, позитивных «Путь матери». Интересный такой сюжет. Я досмотрела до самого конца на одном дыхании. Сюжет, ну вот интересно, снято такой для девушек, для женщин. О том, какую роль играет мать в жизни ребенка. Ну, по фильму у них сыновья. Интересный фильм. Советую посмотреть на досуге. Девочкам будет интересно.